Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же, я все-таки уложился в это время. Сегодня я выложил видео про группу G, про группу H, и выложил уже 1/8, так что заходите и смотрите. Ну а сегодня вы уже смотрите, хотя это уже пост через день, так что решил сегодня сразу же и записать вам, а выложу только завтра. Видео уже про четвертьфинал. Ну что же, давайте посмотрим. Реал, Манчестер Юнайтед. Поехали. Итак, Ман Юнайтед в очень сложном матче, причем в Испании, обыгрывает 1-0. Филайни. Так, забивает. И Бавария, Ливерпуль. Ну, здесь 2-1, Мюллер, Лалана, Роберто Фермино получает травму. Надеюсь, ничего серьезного. Но если не пишут, то ничего. Итак, Барселона-Челси. Я болею за, ну, так бы сказать, в мире я болею за одну команду, это за Барселону. В Англии я болею за две команды, это Манчестер Юнайтед и Челси. Причем долгое время я болею за все эти три команды. Но вот такое дело, что у меня нету футболки Манчестер Юнайтед, есть только Челси и Барселона. Так что для меня это вот как-то странно подходить к этому матчу. И Челси выигрывает. Азар не забивает с пенальти, забивает сам. Так что вот так. Тоттенхэм Бенфика. Тоттенхэм выигрывает 2-1. Кейн, Ваньяма, Джонас получает травму там у Ламелла. Причем серьезная, раз его заменили. Ну что же, идет второй уже как бы круг ответных матчей до финала. Итак, Ман Юнайтед выиграл 1-0 на Сантьяго Бернабеу. И тут уже Реал Мадрид проходит, потому что, видите, он 2 мяча забил дома. Поэтому мой клуб любимый вылетает. Ну что ж, удачи Манчестер Юнайтед в Англии. Они должны выиграть 17-18 сезон АПЛ-ки в этом году. Ну тут просто вот забил первый Реал, Руни сравнял и на 88-й кросс сделал дело. Ну что же, Ливерпуль-Бавария. Бавария выиграла Ливерпуль 2-1 у себя дома. Посмотрим, как здесь. Ну а здесь 1-0, Мюллер на 18-й минуте. И Ливерпуль вылетает. Итак, Барселона-Челси 1-0. Прям такой же было, как Манчестер Юнайтед. Они сыграли. Педро 2-1. Все-таки Барселона вылетает. Ну что же, Челси хотя бы остались. Вот. Но шансов у них, правда, немного, друзья. Итак, 3-0. Тоттенхэм побеждает. Сисока на первой. Джонас еще промахивается. И, короче, дубль Сисока им в ходу. Манчестер Юнайтед, Бенфика, Барселона и Ливерпуль. Вот такие команды мы теряем. И сразу вам вот я говорю, кто проходит там дальше. Ну давайте посмотрим. 2-2 Реал все-таки проходит МЮ. 3-1 Бавария проходит. 3-1 также Барселона. Ой, Челси проходит. И 5-1 Тоттенхэм. Но здесь вот сразу такой дерби будет. Челси-Тоттенхэм. Ну и Реал-Бавария. Итак. Лучший бомбардир на данный момент это Диего Коста. 4 мяча, с ним же сравнялся Мюллер, тоже 4 мяча. И причем они все еще в этом турнире. Ну что же, с вами был Андрей Хорев. Увидимся с вами в следующем выпуске. До свидания, друзья. Пока.